Спортсмены, всем здрасте. Сегодня моя одна из любимых рубрик. Что стало с качеством? Почему такое? Сегодня поговорим о True TF9. Кто подписан на наш канал, наверное, помнит, да, такие коньки были, откатался я больше сезона. Нареканий не было. Единственное, что снять, одеть неудобно. В остальном я наслаждался, кайфовал. Это было одно из лучших, одни из лучших моих коньков. Не так давно к нам пришел наш же клиент. Уберем имена. Мистер Икс. Который приобрел коньки чуть больше года назад. То есть в ноябре месяце он приобрел. Соответственно, в этом ноябре был год. И сейчас, ну, год и три месяца. Сразу скажу, игрок, тренер, он не играет, он только тренирует. В среднем у него 5 льдов в неделю, но летом сборы получалось там 2 и даже, может быть, 3 льда в день. Соответственно, в неделю, наверное, льдов 10. Вес, вы поймете, к чему я, у него 85, не 100, не 130. Ну и как бы все. Значит, что произошло? Он обратился, в принципе, встречал ли я такое. Вот мы вставим обязательно видео, да. То есть пошла вот трещинка. Ну и при катании это все, конек расходится, да, вот здесь. Ну и как бы вот как-то так. То есть если бы он играл, любое попадание шайбой, конечно, их бы разбило, не буду говорить матом. Вы, наверное, скажете, ну, какой-то дефект, либо как-то что-то, все бывает. Но! Берем второй конек, уже правый. Смотрите, один в один. Один в один. Вот я нажимаю. Вот. То есть, если вес хороший, большой, то, соответственно, это все расходится. Вот. То есть, вот они две. Вот эти вот трещинки. Они глубокие, то есть здесь пластмасса полностью треснула и как бы так. Но он мне задал вопрос, слушай, было ли такое? Я говорю, первый раз вижу, написал ребятам тоже там в Европу поинтересоваться. Говорю, парни, вот так и так, они вообще в шоке на труд, TF9 такое. Причем человек не играет, а тренирует, катается просто. И вот такое случилось. Да, тут, например, вот у него на правом коньке язык, ну вот уже... Опять же, можно подснять. Пришел в такую, скажем, негодность. Сильно протерся. Вот. Но это все бывает. Все как бы ничего страшного. Вот эти трещины. Первый раз такое. Случилось и случилось. Ладно. Пошла тема, что с этим дальше делать и как быть. Как ремонтировать. Очень много версий я услышал. И ему тоже говорили. Кто-то сказал вообще старым дедовским методом. То есть... проткнуть, да, и зашить, грубо говоря, все, это на века, ничего дальше не пойдет, не полезет, и можно будет кататься, но будет колхозно, на трушках топовых будет колхозно. Вот, он от этой идеи отказался, кто-то даже такой вариант говорил, да там хорошим каким-то жидким клеем заливаешь, и якобы все, забываешь, что проблему, на какое-то, наверное, время катаешься, и все. Вот, еще какие-то варианты были. В общем, кто что говорит, но все видели такое впервые. Значит, я позвонил, поскольку наш магазин сотрудничает с мастерской по форме, то есть занимается ремонтом клюшек, коньков, в принципе, любой амуниции, не проблема. Я ему снял видео и попросил дать какой-то комментарий, что можно сделать. Это видео, этот ответ мы, естественно, вставим в видео, что нам на это ответили. Ну, шить, прошивать, вот это вот сшивание, клей, тем более, это все до протирания до первого удара, и все, и оно все разваливается, распарывается и так далее. Мы как бы пластик ремонтируем, у нас есть опыт, как бы все ок, просто мне надо понять толщину, да, насколько там это все толсто, чтобы сделать ремонт. Ну, мы в любом случае с нашей стороны как бы можем сделать, да. Вопрос только в том, как это будет ходить именно на этих коньках, потому что я повторюсь, что именно с такими коньками, именно такой проблемы у нас еще не было в ремонте. То есть что угодно с ними происходило, но только не лопалась вот эта часть. Вот.
Ну, сделать можем. Ну, попробовать, по крайней мере, чтобы это было именно нормально сделано, мы это можем. Но клеить, заливать клеем, это точно не нужно делать. Это только усложнит ремонт нормальный. Вот. Ну, вот, в общем, вот так. По стоимости тоже пока затрудняюсь сказать, потому что нужно понимать, как там подобраться, как вот это все, ну, так сложно, короче, удаленно. Ну, я могу сориентировать, да, что, скорее всего, за каждый конек это будет в районе двушки стоить по ремонту, по вот такому. Ну, это вот ориентировочно, предварительно. Ну, вот, в принципе, и все. Был бы такой гель, намазал и забил. Гели Тафгай сделаны своими для своих. Но самое интересное, перед этими всеми ремонтами, значит, наш тренер X, он ко мне подошел и говорит: слушай, а если позвонить официалам и вообще такое показать, было у них такое, не было, да, и что с этим делать? Он в Питере у нас обратился к официалам, на что были удивительные глаза у них. Они не смогли объяснить, что это произошло, то есть, ну, это, по-моему, наверное, явный брак. Человек не играет, только масса у него тоже не больше 100, да, чтобы там продавить, как-то сломать. Но вот произошло. У меня у канала есть подписчик Роман в Америке, и был случай, когда он купил коньки. Я сейчас уже не вспомню, это были вапоры, но у него нога широкая. Зачем он их взял, непонятно, ну да ладно. Если будет смотреть, обязательно, Ром, напиши комментарий для всех, почему ты взял вапоры. Короче, он покатался на вапорах 2 дня, погрел их, поточил, они ему давят. И он вернулся в этот магазин в Америке, сказал мне: давят. У него забрали коньки за ту стоимость, за которую он их покупал, и предложили, ну, что-то выбрать другое. То есть он померил, выбрал следующий, там доплатил, по-моему, взял следующий. То есть там это не проблема. В Канаде, в Америке прийти и поменять конек. Там просто, ну, менталитет другой, люди так не делают. У нас бы здесь ходили там каждый день, да, дай одни, дай вторые, дай третьи. Вот, там это не делают. Значит, здесь он обратился к официалам, я говорю: давай попробуем, может, что-то как-то выгорит. Они сказали: да, мы видим такой в первый раз, нам очень жаль, а может это, а может то, а может так, а может сяк. Он говорит: это все понятно, так а делай ты что, вот с коньками, видите, не на одном коньке, а на двух. Они говорят: слушайте, так это, 12 тысяч рублей. Платите, делаем экспертизу, и как бы дальше уже смотрим, что скажет экспертиза. Ну, я не знаю, там, что кому она скажет. В России, насколько я знаю, вообще по вот этим моментам экспертизы нет. Если их куда-то отправлять, ну, как мне кажется, скажут брак. Если брак, надо менять. Но тут все вот так вот, сами знаете. Он, естественно, не будет платить эти 12 тысяч за эти коньки, чтобы делать экспертизу, которая, в принципе, может оказаться такой пустой, что скажут: ну, вы сами там как-то что-то. Вот, в общем, он отказался. Поэтому, спортсмены, кто с таким сталкивался, может быть, подписчики у нас с разных регионов, городов и так далее, может быть, кто-то что-то скажет. И второй вопрос, немаловажный, что с этим можно сделать? Отремонтировать, не отремонтировать, либо это все бесполезно и не стоит браться. Вот, буду признателен за ответы, мы очень ждем, ждет на самом деле очень много народа, потому что реально, кому показывал, у всех прям такое удивление, хотя видели все, что угодно. Даже наш мастер по ремонту тоже сказал, с данной моделью видел все, что угодно, разные моменты, но вот такое, конечно, впервые. Поэтому, собственно говоря, сегодня ролик вот этот и запиливаем, записываем. И концовочка у нас какая? Данные коньки продаются. Продаются они не у нас, но координаты, если что, я обязательно дам, либо можно через нас окупить. У кого, может быть, руки из того места растут, либо кто, кому нужны именно трушки кататься, вот для себя просто катание, кататься-то в них можно, да? То есть они тут никак не влияют, данные трещины. Понятно, что играть в хоккей я бы не стал, любое попадание, это будет плохо, закончится печалью. Короче, данные коньки продаются. Цена вопроса: ТФ-9 в размере 8. Полнота регуляр 29 тысяч рублей. Цена, я считаю, небольшая. У кого руки из того места, повторюсь, может быть, даже и сделают. Поэтому у кого есть вдруг желание, обязательно пишите. Вот. А так, обратной связи ждем по ремонту и по вашему мнению, что это, откуда это и почему это. На сегодня у нас все. Февраль идет к концу. А скоро уже у нас 2 миллиона.
термобелье, оно висит у нас чуть дальше, ожидает два комплекта на 2 миллиона просмотров. Участвуйте, халява, малина. Играй в хоккей, хоккей для всех. Конек Серега. Большой выбор новой и БУ хоккейной формы в магазине «Хоккейка».